Вместе с главой региона в Красном побывала депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. После этого она отправилась в поселок Искателей. На месте депутат посетила среднюю школу, школу искусств и детский сад «Гнездышко». Елена Вторыгина встретилась с коллективами образовательных учреждений. С ними она поговорила о заработной плате и условиях труда. Депутат отметила высокий уровень организации учебного процесса. Это третий визит парламентария в Ненецкий округ. В планах приезжать сюда чаще и изучить все проблемы и перспективы региона. Кроме Архангельской области, которую я представляю, у меня еще Ненецкий автономный округ. Поэтому это мой округ, и я поставила себе задачу изучить его досконально. В каждую точку округа заехать. И вот в эти 3 дня у меня как раз такие вещи будут. Завтра Елена Вторыгина вместе с главой региона Игорем Кошиным посетит Оксино, Хангурей и Каменку.